Добрый день, друзья. С вами, как всегда, Квестоник. И мы с вами сегодня играем в такую замечательную игру, как Hill Bus Coach Driving Simulator. Вот здесь будем, вот здесь вот в таких, вот я даже не знаю, что это за местность такая. Нам нужно довести пассажиров. Я так понимаю, это межгородской автобус. И вот тут по таким вот опасным дорогам надо ездить. Так. Ну, мы справимся, конечно. Так, еще одного по пути пассажира заберем. И поедем дальше. Тут на время, там сколько, 6 минут, что-то многовато. Так, это непонятно, какой вид. Некрасивый. Так, ну тут вообще непонятно, такое колесо. Ну вот здесь более-менее, но все равно какие-то виды, ой, виды камер здесь не очень. А так игра ничего неплохая. Пока что нравится. Из минусов единственных это вот обзоры камер только. Так, это что, третьего забрали? Ага, и сколько их, интересно, будет? А, наверное, последний. Там вроде уже финиш виднеется. А нет, еще будет. О, автобус дрифтует. Это что-то новенькое. Стой, стой. Так, и все, и вроде бы вон конечная, автовокзал, так сказать. Так, и сюда заезжаем, и все. Так, мы продолжаем. Тут автобус у нас новенький. Так, и поехали. Здесь нам надо сюда. Непонятная погода, и снег идет там вроде. Море не замерзшее, непонятно. В каких-то таких северных таких местах, где холод постоянно. Хотя вон люди в шортах, футболках. Странно это все. Так, ну мы едем, везем. Это наша задача в этой игре. Воу-воу, тихо. Тут опасно сильно разгоняться, иначе прямо в пропасть, и все, и игра закончена. Тем более куча времени. Так, это все что ли? Наверное, да. Пока не вижу еще остановок. Да, все. Это мы тоже сделали. Очень легко. Так,
как там это сюда завернуть. Готово. Так, снова автобус новый. Поехали. Вон аж туда нам надо. Где там светится? Да сюда нам. Да, наверное, сюда. Так. Погода у нас не меняется, все так же. Снег. Будет куча остановок. На каждой всего по одному человеку. Могли собраться все на одной. По нескольку человек. Так. А, еще одна будет. Так, по 4 человека вроде. Только собираем. Поехали прямо на автовокзал. Без остановок. Буду автобуса, какой-то маленький такой автовокзальчик. Все. Так, о, какой интересный автобус попался нам. Как-то он так стал там автобус. Нашел место припарковаться. Прям практически возле обрыва. Так. Вот здесь на сколько? Тоже 4 человека надо будет забрать. Так, чтоб знак врезался. Я не там не врезался. Так, и едем дальше. Как я уже говорил, ничего сложного здесь нет. Наоборот, даже интересно. Тут главное аккуратно вести автобус. Это второй, по-моему, да? Пассажир. А, уже третий. Так. Наверное, последний остался. Тут всего по 4 мы собираем. Может, здесь 5 будет.
далековато как-то еще этот вокзал. Так что мы остановку проехали чуть-чуть. Это реально он далеко. А нет, да, не особо далеко так показалось, что далековато. Так. Всего больше пассажиров не будет. Уже едем. А наш автовокзал, там тоже, наверное, небольшой. Ну, не здесь вообще небольшие, ага, мы даже еще успеем. Так. Ну, продолжаем. Так, тут нам разные автобусы даются, но что-то, по-моему, такое уже было. И мне меняет память. И мы погнали. Стой. А, ну вот близко тут прям вот один поворот и все. Я думал будет подольше, если честно. Здесь, наверное, будет даже меньше пассажиров. Длине пути. Кстати, тут время идет немножко быстрее, чем в реальности. Ну, не так быстро. Так что это не совсем было 7 минут. Это чуть меньше, наверное, раза в 2. А, тут тоже 4. Показалось, что 3 было. Ну все, с вами был Квестоник. Всем пока.